Тут весна состоялась в непривычном формате. Члены жюри пришли на финал, а участники нет. Традиционный смотр талантов в нашем регионе прошел в 25-й раз. Организаторы рассчитывали отметить юбилей с размахом, но из-за пандемии пришлось скорректировать планы. Отборочные этапы в вузах успели провести несколько месяцев назад, но областной финал состоялся в видеоформате. Несколько дней жюри оценивало заранее записанные выступления. Всего в фестивале участвовали около 300 студентов. Лучшие номера выбирали в нескольких направлениях – от танцев и моды до театра и вокала. Всероссийская студвесна запланирована на сентябрь. Финал должен принять Ростов-на-Дону. Участники и организаторы надеются, что самых талантливых студентов страны будут выбирать уже не по видео. Конечно, в открытом контакте они более раскрепощены. Более по звуку понятно, где минус, где плюс, где голос и так далее. И мне кажется, что они вот из-за этого сами тоже чувствуют вот эту вот непонятную вещь. Но тем более, что все-таки студенты не профессионалы, при том, что они, наверное, поют только своей природой. Вот, для них, конечно, это еще вдвойне сложно.